Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Глеб Жемчугов, как вы помните, отправился проводить кастинг вместе со своей бывшей девушкой Надеждой Ермаковой. Жена Глеба в шоке, он не вернулся вовремя домой и вовсю развлекается в компании Ермаковой. Ольга пишет: «Я говорила всем, что доверяю мужу, он обещал приехать сегодня, и я в это верила, хотя ведущие меня уверяли в обратном. По факту так и вышло, у них там дела образовались, да и в баньку сходить планируют». Естественно, я осталась виновата, видать, много вопросов мужу задавала, и теперь он меня просто игнорит, чтобы не портить свой отдых. Александра Харитонова покинула поляну. «Дорогие мои, я никуда не ушла, уезжаю в Минск на съемки. Пожелаем Харитоновой удачи в творчестве». Со своим бойфрендом Альфредом, с которым девушка заселилась сразу же, как он появился на проекте, Саша уже рассталась, они не сошлись характерами. Татьяна Владимировна Африкантова продолжает обвинять руководство проекта в организации нечестного голосования в конкурсе «Человек года». Своими частыми постами на эту тему женщина вывела из себя организаторов, и они приняли решение удалить Африкантову с площадки. Она даже опасается за свою жизнь и прячется в отеле вместе с Мариной. «Праздную мой уход с Дома 2», – пишет женщина. «Я уговариваю Марину не участвовать в конкурсе, где все равно ваши голоса уходят Ольге Ветер. Я призываю Марину оставить проект, пока ее совсем не довели до отчаяния». Также женщина говорит, что Ваню Барсикова Марине навязывают специально, чтобы она легла с ним в постель и чтобы Ольга Ветер на ее фоне стала выглядеть более достойно. Во время видеотрансляции Татьяны Владимировны в кадре неожиданно появилась дочка Андрея Чуева, маленькая Лиза. Африкантова-старшая стала уверять подписчиков, что это не Лиза была, а внучка подруги, зашла помыться к ней в гостиницу. Но никого она не смогла переубедить. Таким образом, зрители получили подтверждение слухам, что Африкантова и Чуев сговорились и обманывают всех. Андрей не расставался с Мариной, а его уход с проекта и история Марины с Барсиковым – это всего лишь хитрые ходы, которые они разыграли для конкурса. Кроме этого, Африкантовы и Чуев были замечены вместе в Митино в торговом центре. Андрей Черкасов отправился работать, на этот раз он посетил город Балтийск. Там он встретился с бывшим участником проекта и мужем Саши Гозия с Ильей Кратковым. Саша Гозиас тоже находится дома в отпуске. Ксения Бородина пообщалась со своими фанатами в видеотрансляции. Она уже не скрывает факт расставания с мужем. Вот что Ксения сказала своим фанатам: «Я пока не готова говорить про личную жизнь, но я думаю, вы сами уже догадываетесь о ситуации. Официально я еще не состою в разводе. Спасибо за поддержку, я вас прошу только об одном, старайтесь не ругаться. Мне по барабану на все, что происходит. Единственное, никогда не дам в обиду свою семью, своих девочек. Я счастливая женщина и знаю, что все будет хорошо». Ольга Бузова заступилась за дочь Иосифа Пригожина, которая приходила недавно на проект. Пригожин сказал, что подобной выходкой Даная позорит и очерняет всю семью. Бузова прокомментировала эту ситуацию. «Мне очень удивительно читать такие комментарии от Иосифа в адрес Данаи о том, что в семье не без урода. Это ужасно. Мне было очень больно слышать эти оскорбления. На проекте девочка была даже немного запуганная. Насчет того, что Даная позорит семью, могу сказать одно. Огромное количество артистов приходит на наше шоу с удовольствием и презентует свои треки. Дом 2 – это символ любви. Говорить, что это позор – это уже не модно и не в тренде». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.